На наступном тыдні на Гомельщине пройдут масштабные мероприемства, присвященные Дню Незалежности Республики Беларусь. Сирот запланованного и открытие ясли-сада номер 50 у 104-м микрорайоне областного центра. Сегодня установу наведали наши корреспонденты. Открытие ясли-сада запланировано на 2 липеня. Зараз тут завершаются апошние работы. У основном это тычется добраупорядкования. У ближайшие дни будет подписаны акт приемки. У тем, что объект обовязково примуть, будовники не сомневаются. Контроль за проводимыми работами был узмоцненным на всех этапах. Здесь больше объем работ, больше контроля идет. Контроля, во-первых, всех наших проверяющих органов, начиная от санстанции, пожарные требования все здесь досконально соблюдаются и без никаких отклонений ничего. Все вопросы эти на контроле. Гэты дитячий сад у 104-м микрорайоне чакалі. Тут шмат молодых семьяў с детьми. Сад прыме каля 200 выхаванцаў во ўзросце от 2 до 6 годов. Гэта значна знесіць проблему с наяўнасцю места у дошкольных установах. Апрача таго, з яго открыццём ствараецца больш як 60 працоўных месцаў. Сад будзе працаваць по 12 гадзін, прычым сумаваць дзецям не прыйдзецца. Тут прадугледжана ўсё неабходнае і для адпачынку, і для гульняў. Прычым асноўная частка абсталявання, набытага за бюджэтныя сродкі, везена и размещена у помешканиях. Для детей созданы все условия. В каждой группе есть групповая, спальное помещение, раздевалка, буфетная, туалетная. Уже завезена мебель, как учебная, так и игровая мебель. Завезены постельные принадлежности, мягкий инвентарь. Обеспечены полностью посудой, столовыми приборами. Олег Сюнтюров, Евгений Кухаронок, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель».